Приветствую вас, друзья мои. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну что ж, а мы начинаем. Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, с вами продолжаем в Брикликс. И как вы поняли, сегодня будет обзор построечек. И первая построечка на сегодня — это вот такой вот трон. Тут как бы сверху я подписал Турбо БТВ, тут было написано, ну как бы ничего не было написано, я такой подписал Турбо БТВ. Я не знаю, кстати, что это за трон, возможно, откуда-то. Из какого-то, может быть, фильма или сериала. Точно сказать не могу. Здесь, блин, ну сделано очень прикольно. Ну и сзади, естественно, все мои богатства. Все ваши донаты, все мои, так сказать, деньги с Ютуба. Тут все вот, я вот тут все храню за своим троном. Конечно же, все здесь хранится. Здесь такая вот красная ковровая дорожка. То есть я такой, ну такой вот иду, такой, типа, когда мне надо сесть на трон. И такой, по ней такой иду, такой сажусь. И все, все просто замечательно. Все просто, дорогие друзья, замечательно. Просто, ого, вот это у меня лицо, конечно. Я просто король этого мира, друзья. В общем, сегодня у нас... Ого. Сегодня, в общем, у нас обзор построечек. Так, $100. Вот это вам, ребята, на... Ну, просто вам за то, что вы у меня есть. А, в общем, обзор построечек. Давайте мы перейдем уже к нормальной следующей построечке. Сегодня у нас будет... Ну, в общем, вы сами знаете. Я сейчас вам все проспойлерю, вам будет интересно смотреть. В общем, сейчас, в общем, вы смотрите. Будет, наверное, интересно. Вроде бы я давно не снимал обзор построечек, поэтому самое время. Давайте, в общем, перейдем к следующей построечке. Итак, друзья, ну и первая более-менее нормальная построечка — это вот такое вот стрельбище в стиле Дикого Запада. Что-то в этом роде. Немного как-то, видите, тут текстурки друг на друга наложились. Но это, в принципе, не важно. Так давайте мы посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, в принципе, вот сюда мы встаем, можем сюда стрелять. А, ну, в принципе, я так понял, и все. Окей, мы такие сюда заходим, такие. Ну, тут, кстати... Слишком... теперь все, я понял. Просто я сначала подумал, что слишком как-то близко. Но все равно, кстати, близковато, на самом деле, я так смотрю. Можно было сделать, мне кажется, и подальше. Потому что, ну... В принципе, это не составляет труда. Можно, конечно, вот так вот с зажимом попробовать. То есть с зажимом, конечно, дела уже в Брикликсе обстоят не так, как раньше. Когда ты мог спокойно зажать, и все летело в одну точку. Тут надо уже... Немножко вот так вот постараться. Так, ну смотрите, более-менее неплохой зажимчик у меня получился. Дистанция, правда, достаточно близкая была, да? То есть не самая дальняя. То есть давайте вот эту мы сейчас попробуем в самый даль. Потому что самая дальняя дистанция, вряд ли у меня получится зажать все четко в центр. Ну, давайте посмотрим поближе. Как видите, ну смотрите, в целом... Блин, мне тут не продавайте на свободную камеру. В целом, смотрите, получилось... Достаточно неплохо, то есть всего парочку пуль, по-моему, улетело мимо, да, вот сюда. Даже вот тут одна, но, скорее всего, одна могла куда-нибудь выше улететь карты, ну, выше этой постройки. Поэтому, в целом, мне кажется, я попал неплохо. Ну, я, конечно, не мастер стрельбы, те, кто смотрит мои стримы, это прекрасно знают. Так, давайте-ка мы теперь попробуем прям зажать самую близкую, так сказать. Ой-ой-ой, повело. Нет, кстати, это даже получилось хуже, чем было там, но мы там уже не можем посмотреть. Так, ну и давайте куда-нибудь... Вот так вот. Ну, такое. Мог и лучше, но, к сожалению, я турбо, так сказать, кривые руки. Я вообще улитка, у меня рук нет. Ну, в общем, такая построечка выглядит достаточно прикольно. То есть сюда мы таки приезжаем, паркуемся с братанами. Здесь, смотрите, можно посидеть, так сказать, попить чего-то вкусненького. Может быть, даже чего-то поесть. Вот. Ну, здесь стрельба. Это, знаете, такое, ну, типа как... место для отдыха с мужиками. В общем, ребят, давайте, наверное, мы перейдем к следующей построечке. Итак, друзья, ну, следующая построечка — это, блин, скайджампинг. Вы посмотрите, очень круто чувак сделал такую построечку. То есть, ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое скайджампинг. Скайджампинг — это когда ты вот так вот едешь с такого большого трамплина, потом летишь хрен пойми куда. Смотрите, у нас есть лыжи, блин, очень круто, друзья. Я вообще люблю всю такую тему. Вы же знаете, у меня на канале раньше была рубрика по BeamNG Drive, олимпийские крэш-игры, и там как раз таки самая основная дисциплина была у нас вот такой вот скайджампинг, блин, что-то не могу как-то выговорить, вот, блин, надо бы вернуть на самом деле эту рубрику, потому что там соревнуются подписчики, надо бы вернуть эту рубрику, я думаю, в ближайшее время сниму ее, друзья, так что, если вы хотите в нее попасть, то под последней серией по олимпийским крэш-играм вы можете оставить какой-то либо комментарий, и тогда, может быть, я выберу именно вас. Тут сейчас справа сверху должна будет появиться подсказка с этим роликом, так что можете жмякнуть туда, оставить там какой-то комментарий, и, возможно, именно вы попадете в следующий выпуск олимпийских крэш-игр. В общем, друзья, мы возвращаемся в Брикликс. Блин, смотрите, как прикольно я даже это заскриню. Не знаю, как-то прикольная такая картина получается. Окей, давайте мы посмотрим, как это дело работает. Разгоняемся. Угу. А что такое? А может быть, надо все-таки...
Без бессмертия? Да что происходит? Во, получилось. Там просто надо... Ой-ой-ой-ой. Ху-ху. Сука. Я понял. Короче, ребят, там не надо... То есть, вот тут вот надо вот так вот аккуратненько. И вот тут можно уже притопить. И вот тут надо отпустить. Не, подождите. Сейчас все получится, друзья. Просто немножко несовершенная, как вы видите, построечка. Вот тут надо вот аккуратненько. Вот, теперь можно вот так вот и вот так вот. У-ху! Блин, круто. Ой, только мы разбились. О, давайте попробуем, короче, с крыши. Правда, я не знаю, получится ли у нас тут встать. Смотрите, более-менее нормально получилось. И полетели. Ю-ху-ху! Блин, круто, смотрите, летим, блин, летим. На. Не, ну... О, мы встали. Не, ну достаточно прикольная построечка, но немножко, как вы видите, недоработанная, поэтому... Так, давайте мы ее поставим. Так, а если мы отсюда выйдем? Блин, круто. Так, ю-ху-ху. Так, не, ну сделано прикольно достаточно. Ладно, я думаю, что тут не нужно особо время затрачивать на эту построечку. Мы все вроде как посмотрели. Давайте перейдем к следующей построечке. Итак, друзья, ну следующая построечка — это вот такие вот домино. То есть настоящее домино, блин, из лего, которое можно, ой, играть. То есть у нас есть... Ну, я думаю, что многие из вас знают, как играть в домино, хотя, может, кто-то и не знает. Правда, тут стол какой-то слишком маленький. Подожди, давайте-ка мы сюда вот так вот. Вот так вот. То есть мы берем, вот, допустим, у нас есть 6, мы такие, оп. Либо так ставим, либо мы можем вот так поставить, например. По-моему, так можно, да, ставить? Вот, и челик такой, оп, тоже такой ставит. Сюда, например. Блин, а что тут одни шестерки? Ну, не шестерки, в смысле, где их по 6. Так, здесь 4. Можно 4 сюда так, то есть, поставить так. Но места на столе мало достаточно. Можно было стол побольше делать. Ну, в общем, вот такая вот, ребят, простенькая постройка. Это помните, как я уже когда-то обозревал настольные игры из Lego в Brickricks? И это вот, типа, из той же серии. Но, в общем, здесь особо смотреть не на что. Стол бы я сделал, на самом деле, побольше. Либо эти плиточки поменьше. Но плиточки поменьше не получится, потому что здесь нарисованы, блин, ну, вы понимаете, здесь все нарисовано. Поэтому поменьше ни хрена не получится. В общем, давайте мы перейдем к следующей постройке. Итак, друзья, ну, следующая постройка — это огромный маленький мир. Вы просто посмотрите, насколько он огромен. Насколько огромна эта постройка. Лагает, конечно, нормально. Но вы посмотрите, блин, ё-моё, я уже вижу там какой-то город будущего. Смотрите, здесь и самолеты есть, и мы сидим на облачке. Здесь какие-то пирамиды. Здесь... Я даже не знаю, что это такое. Это, видимо, какой-то город будущего или что это. Странные какие-то дома, но очень прикольно. Здесь у нас море. Корабли плавают, причем один такой, знаете, который из современности, который перевозит всякие контейнеры, а другой такой, как будто откуда-то из пиратской эпохи к нам пришел. Так, с той стороны у нас, кстати, зимняя карта. Так, здесь какие-то маленькие домики. Здесь какой-то у нас что-то типа замка, или я не знаю, что это такое. Так, здесь у нас зима. О, здесь даже есть эти, как их называют, блин, я забыл. Не помню, блин, ребят, напишите в комментариях, как называются эти штуки. Я забыл, как они называются. Такие, типа, изо льда домики. Не, ну здесь прикольно тоже. Так, а здесь, кстати, очень странно, смотрите. Здесь как бы лед, а здесь, оп, потом уже нормальная вода. Так, здесь маяк у нас есть. Блин, круто, чувак постарался, конечно, детализировал это все дело. Так, здесь у нас дорога. Здесь какая-то ферма, видимо. Так, здесь какое-то поселение деревенское, здесь тоже ферма. Блин, ну и вот это самый главный, так сказать, столица. Столица этого государства небольшого, так сказать. Блин, вы посмотрите, здесь просто небоскребы. Очень круто это выглядит. Выглядит мега круто, реально. Смотрите, здесь даже есть центральный парк. Это такой, знаете, своеобразный микро-Нью-Йорк. Здесь, смотрите, куча всяких лодок. Здесь есть даже свой порт. Вот еще один, кстати, порт. О, мост даже есть, круто. Вот это реально круто, есть мост. Блин, ребят, реально, согласитесь, очень крутая постройка. Так, здесь какой-то островок с маяком. Блин, ну сделано круто. Здесь даже это летающая ракета есть, блин, космический корабль. Круто. А здесь что? А, это аэропорт, походу. Да, это аэропорт. И здесь еще одна деревенька какая-то. Блин, очень круто. Так, интересно. Здесь можно включить свет? Ребята, сейчас мы с вами посмотрим. Ух ты. Ты ёкарный бабай, ребят, это реально шок-контент. Вы просто посмотрите, конечно, лагать стало еще сильнее. Хотя вроде нет. Лагает, по-моему, так же. Смотрите, все просто подсвечено. Не, ну чувак, конечно, просто. Я не знаю, постарался на славу. Вы просто на это посмотрите. Офигеть. Кстати, я только сейчас заметил, что вот эти ветряки работают. Смотрите, все города подсвечены. Здесь
Даже взлетная посадочная полоса подсвечена. Посмотрите, а как вы, блин, а как этот город офигенно подсвечен. Не, ребят, выглядит, конечно, это мега эпично, но просто посмотрите. Вы просто посмотрите, как же это охерительно выглядит. Ладно, друзья, давайте мы, наверное, вот на такой вот красивейший просто... Блин, еще небо такое. На такой красивейший, прекраснейший просто ноте. Блин, реально, я в шоке от этой постройки. Чел, конечно, постарался. В общем, будем заканчивать, друзья. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие пальчики вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Это новая серия по Брикрикс не заставит себя долго ждать.